Добрый вечер. Эта история случилась со мной давным-давно. Во времена, когда собаку не называли собака, а называли штучка. Как-то мы плыли на большом корабле. Художник Эдвард Мунк предложил нарисовать меня. Я прилег, немного обнажился. Затем мы залезли в машину и... Зачем тебе микрофон, Олег Смех, а? Чё ты творишь, а? Ты когда странная бабень, прости господи, а? Я прошу прощения, я терпел эту парашу всю, но извините, пожалуйста. Это что такое вообще, а? Молодой человек, я прошу прощения, не прерывайте выступление. Коллектив выступает. Стопэ, что это за Зеленский на астероидах, а? Мужик! Ты там смотрел на стену за кулисами? Вот зайди и смотри. Не изменяй своим идеалам, пожалуйста. Иди. Ребята, да заткнись ты, охвай токоть, а? Вы что, самые умные, да? Не, ну все команды просто к картине привязались и давай миниатюры молотить одну за одной. Это нормально, это во, это то, что нам нужно, а? А ты что делаете? Историю нам картины рассказывают. Что это вообще такое? Ты чаморочный, а? Я вообще не выкупаю, что происходит. Еще и высунули этого персонажа Страшка с картины забрали, а? Он же дом потерял. Вы знаете, что он орет? Потому что он бомж. Кстати, бомж. Во-первых, вылечи желтуху. Во-вторых, покажи нормальную миниатюру. Мы ради этого сюда пришли. Иначе я тебе устрою ночь длинных бомжей, так сказать. Что? Длинных ножей, а не бомжей. Слышь, мужик, вообще-то, а? Не слышь, мужик, вообще. Микрофон возьми, у них тут у всех есть микрофоны, оказывается. Я тебе говорил. Что ты с микрофоном пришел? Что, думаешь, свадьбу внезапно проведешь или что? Слышь ты, это, бегемотик, понял? Короче, мы сюда пришли нормально вот с пацанами ха-ха половить, понял? Нормально все, взяли пивосян, спрятали в бумажный пакет от куличей. Пьем, сидим, наслаждаемся, атмосфера. Страшко вышел, показывает нам искусство, настроение есть. Сядь и сиди, ты, шваброногий, давай. Какое настроение, репешок, а ты что снимаешь, кому ты это будешь показывать? Ты заплатил за это бабки, дурень, я там о проходке прошел. О, я тоже. И я тоже, красава. Но это последний раз. Так, смотри сюда. Нужно смешное, это лига смеха. Ты Дизелей смотрел? Дизелей? Ну, конечно, с пацанами он форсаж каждый день смотрим, ты что? Какой форсаж, ромыга ты? Это дизель-шоу, комедийное шоу, во! Слышь, Виталик, походу у Вин Дизеля свое шоу есть, прикинь. Какое шоу? Ты вообще дикий дятел, ты чё? Шо? Братьев Шумахера, ты помнишь, знаешь? Братьев Шумахера? У Шумахера что, брат есть? Еще смешнее. Там... Ты знал, Виталик? Там животы разрываются, а Витальку смотрел, это же классика. А, нет, ты что, Виталия Ивановича мы уважаем, ну политику да. Идет, да? Политика, Страшко, покажи, что про политику, там кто будет президентом, Зеленский, Квакарчук, интересно ж, капец. Слышишь? Квазидубый, ты что, какая политика? Надо политика, иди на дождь туда, иди домой, включи телек, смотри политику, дай искусством насладиться. Ты что, выхухоль, вообще тю-тю? Я ж телек продал. Зачем ты его продал, ты квазидуб? Тупенький. Знаешь зачем? Чтоб цифровой адаптер себе купить. Чтоб цифровое телевидение у меня было. Откуда я знал, что он без телевизора не работает? Вот это смешно! Вот это смешно! Да, Страшко, тут солидарен. Страшко, покажи, что такое, если ты можешь. Молодой человек, дайте микрофон. Страшко, вы не слушайте этого грубияна. Он не думает, о чем он говорит. Понимаете? Нет, ну, он дурак. Понимаете? Идиот.
болван, кретин, мудак, полумозг, неотесанная дощечка, чуть-чуть не думает. Короче, он лох, вы понимаете меня? Слышь, ты косой, ты что там, страх потерял? У тебя все в порядке, нормально себя чухаешь там? Нормально чуху, ну, все чешется у меня. Все у него чешется. Иди да. На дождь. Здоровый человек. Что, все функционирует? Здоровый человек. Сейчас я подойду, ты будешь нездоровый. У тебя температура будет 39,8. Понятно, бивень? Ага, лови ответочку. Я тебе на ноль понижу температуру. Будешь как жаба хладнокровная. Понятно тебе? Как жаба. Если он жаба, то ты иди его поцелуй, принцесса. Принцесса, у тебя труса кучерявый. Понял? Как тебе такой панч? Ты что, вообще шваброй? Так, чепушилы, ладно, хватит. Страшко, вот я ж это... Мне вот интересно, где ваш тренер? Чего вы не используете его? У вас же там этот вот белобрысый черт. Где он? У него он же такой там абсурдненький, вот эти подмечалочки его какие-то там. Где вот это? Где вот этот сигаретный бокс, родинки вот эти? Хоть бы пиджак показали его, честное слово. Я обычный мужчина, с Изюма добирался сюда. Хотел на это посмотреть. 16 гривен, две пересадки. Ну что это такое? Слышь, ты, куриное яичко, что так дорого 16 гривен с Изюма-то, а? Да дешево, ты что, не знаешь схему? Очень дешево. 5 гривен, идешь на метро, выходишь на пролете, дальше пешком. До Изюма. Понял. Ах ты, ганди-бобер кучерявый. А где 11 гривен остальные, а? 11 гривен, что под школоты изюминской откупиться. Ну, школота это святое, я не могу. Все, лопаные, прекратили. Мне кажется, Страшко, вот знаешь, если бы с вами был бы Марк, они бы вот показали самую ихнюю лучшую миниатюру. Вот это вот. Да, потому что это говорит неотесанный мужик. Из Изюма. Из Изюма. А что ты думал? Мы соблюдаем стилистику. Он, это его сленг. Не понравилось ему. Не-не-не-не-не. Какую миниатюру, Чубака? Ну, да, какой номер? Вы что, не знали о ней? Какой? Это Брюс Ли Магомаев. Какой Брюс Ли Магомаев, огородище? Ты чего вообще городишь? Если бы Марк играл сутулой собакой, он бы такую хохму зарядил. О, анекдот он зарядил бы. Вы сейчас ляжете, потому что у меня граната. Шучу, шучу, не бежите никуда. Ты что, слышишь, баранозубый? Какой анекдот вообще? Успокойся, Страшко. Никого не слушай. Что ты вообще начинаешь? Ты идешь нормально, ровно, своей дорогой. Страшко, если бы ты сутулая собака, у тебя там тренер Марк. Что-то должно произойти. К тебе должен выйти твой пейзаж, понял? Задний фон твой, это закат тот или что там, набережная. Но не она, а Ван Гог, картина Ван Гога. Вот это поворот неожиданный. Ага, а ну, проверим-ка. Я уже тяпнул, могу и посмотреть, нормально. О, картина Ван Гога. Дерево и радуга. И что? О, а теперь вы должны соединиться, понял, Страшко? Хорошо. Пейзаж, готовы ли вы взять Страшка в мужья? Отлично, хорошо. Страшко, обещаете ли вы никогда не менять позу, чтобы не нарушить золотое сечение? Властью, данной мне Слобожанской лигой смеха, объявляю вас шедевральной картиной. Браво! Во! До слез, да? Хлопки! Хорошо! Тема игры раскрыта! О! Вот это я понимаю! Все, молодцы! Страшко, бомба-ракета! Да какая бомба-ракета, чебурек? Ты что вообще устроил? Шо? Я только начал кайфовать, только смешно стало! Что это вообще за чухмана началась, простите господи, а? Так, все, хватит! Где эти коммунальщики, когда они так нужны? А ну зарисуйте эту шизофрению, сколько там можно терпеть? Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Коммунальщики, вы что? Как запало? Это же шедевр, вы что? Да не зарисовывайте! Вы что? Вы что делаете, Стойте! Да что же вы за люди такие? Ого!
Все вам мало да мало. Вы не замечаете окружающей красоты. Ведь на дворе осень. Пойдемте в листьях фоткаться. Ого! Нормальная тема! Брюс Лим Магомаев. Луч солнца золотого светит между нами в бок. И с тобою нам так плохо.